Книга «Открытым оком», тема «Женщины», третий том, вопрос 1113. Если знаешь о прелюбодейной связи человека, с которым вместе работаешь, то нужно ли ему или ей сказать, что говорит Священное Писание по этому поводу, предостеречь от будущего наказания? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Из Икииля, 3.18 когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Притча 23.27 Потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена тесный колодец. Иезекииль 16.32. Но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Предупреждаю заранее, что на этом фронте почти наверняка вы потерпите поражение. Это очень тесный колодец, где человек застрял. Это тот грех, который совершенно нетерпим в церкви значит, этот человек вне церкви, и этот грех поражает разум. Сказать вы просто обязаны, и постарайтесь совершенно отойти от этого человека, не здороваться с ним и не прикасаться к нему. Иудеям 1.23 А других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью